А на мусорной площадке в одном из микрорайонов Кокшетау жители обнаружили крыс-мутантов. Грызуны отличаются от своих собратьев расцветкой и необычной устойчивостью к ядам. В государственном коммунальном предприятии Тазалых уверяют, что крыс они травят постоянно. Препараты покупают хорошие, применяют строго по инструкции. Однако в результате гибнут только бездомные кошки, а крысы бегают, как ни в чем не бывало. Специалисты уверены, что местные жители тоже виноваты в нашествии вредителей. Жильцы всех домов приносят пищевые отходы, ложат на контейнерную площадку и подкармливают кошек, собак бродячих всех. И разводятся крысы из-за этого. Я лично сама видела белые, с серым, черные, даже бесхвостые, в полоску, пятнистые. Откуда взялись такие крысы-мутанты, точно никто пока сказать не может. Но в местном КСК говорят, что грызуны уже начали проникать в жилые дома. Они стали говорить, что по контейнеру бегают крысы очень много. И мы тогда уже в Тазалык звонить начали, все. А сейчас уже, получается, может быть, это связано с тем, что с погодными условиями или что, соответственно, их там, они уже к нам в подвалы перебегают.